Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале «Светлый гороскоп» и с вами я, ваш личный астролог Борисова Светлана Станиславовна. Сегодня, дорогие мои раки, асцендентные раки, солнечные раки, а также лунные раки – это информация для вас про важное событие, когда Юпитер входит в знак Рыбки. Это будет продолжаться в течение 2021 года и 2022 года. Это важное событие, о котором я записала отдельное видео для всех людей, потому что все-таки Юпитер – это социальная планета, это затронет не только отдельных личностей, а весь социум в целом, всех людей в мире. Обязательно посмотрите это видео. Там я рассказываю про медицину, вакцинацию, про путешествия, туризм, про катаклизмы природные. Я думаю, что вам понравится. Ну а сейчас, дорогие мои раки, конкретно для вас, какую сферу затронет это, в общем-то, событие значимое? И когда Юпитер будет входить в знак зодиака Рыбы, будет это у вас затронута сфера 9 сектора, 9 дом гороскопа. И, конечно, дорогие мои раки, для вас это принесет огромное счастье и удачу. Почему? Потому что повезет в эти года именно знаком зодиака воды. То есть это рыбки, раки и скорпионы. К вам как раз-таки вот это вот соединение, тем более еще будет соединение Юпитера с Нептуном и вхождение Юпитера в рыбки, делает треугольник. А это, кстати, самый лучший аспект к вашему знаку. И вам повезет, конечно же, вдвойне. Здесь, конечно, два года для вас просто шикарные. Девятый сектор. Что здесь может быть? Конечно, успех будет просто преследовать вас и ходить за вами по пятам, дорогие мои раки. Что здесь может быть? Успех может быть вообще в любых сферах, потому что трин все-таки он дает возможность проявить себя во всех сферах жизни. Здесь может быть крайне благоприятное время для вас везде. Это публикации, вот кто публикуется, кто пишет свои статьи, книги, какие-то издательства издают, вот вам повезет очень крупно. Это появление внуков. Ну, конечно, если вы в том возрасте, когда вы ждете внуков, у вас обязательно за эти два года появятся внуки, да. Это получение помощи родственников вашего партнера, например, от свекрови или от тещи, если вы находитесь в браке, то есть они вам будут очень хорошо помогать. Работа с иностранцами прекрасно пройдет у вас. Время переезда за границу, либо на постоянное место жительства, либо это обучение или работа за границей очень успешно будет у вас проходить. Новые клиенты, новые договора, если вы заключаете сделки. Люди, иностранцы будут появляться в вашем кругу общения. Это люди другой культуры также будут появляться в вашем кругу общения. Все вопросы с чем-то иностранным, заграничным, с другой культурой связанные будут очень хорошо проходить. Создание собственных методик преподавания. Вот если вы что-то создаете, это будет замечательно для вас сказываться. Учеба, преподавание, продажа собственных онлайн-продуктов замечательно пройдет. Высшее образование. Девятый дом – это высшее образование. Или второе высшее образование, когда вы получаете. Вот в этих сферах, конечно, у вас будет большой успех. Успех вообще, успешные возможности придут в любую сферу вашей жизни. Девятый дом – это вообще дом наших перспектив и возможностей. И к концу уже 2022 года, уже к концу декабря, в декабре 2022 года, вы увидите, насколько много было у вас возможностей, и вот эти результаты, которые у вас уже появятся, это действительно чудесных два года, которые дарует вам Юпитер, дорогие мои раки. Еще раз повторяю, что у вас могут произойти изменения в любых сферах вашей жизни. И, конечно же, смотрите обязательно еще два видео на моем канале. Обязательно посмотрите по асценденту, по солнышку и по луне, чтобы более обширную информацию получить для себя на эти два чудесных
года. Ну, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Здесь будет интересно. Я надеюсь, вам понравилась эта информация, была полезной и интересной. Не забывайте пальчик вверх, мне будет приятно. И пишите слово «благодарю». А я желаю всем мира, добра и счастья. Верьте в мечту, мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. А с вами была я, ваша Светлана. Всем пока-пока!